Ну, хирурги, конечно, не боятся крови. Хорошие кинокритики не всегда падают в обморок. Ну вот есть такие фанатики искусства, настоящие эксперты живописи или коллекционеры, которые действительно понимают в этом толк. Вот сейчас я это уберу. Это я сделал 2 дня назад. Которые действительно понимают толк. И поэтому для них я сейчас покажу то, от чего можно упасть в обморок. И когда я найду такого коллекционера, я сразу стану миллионером, потому что от этого можно упасть в обморок. Внимание! Вот сюда. Ну, это уровень, конечно. Но это высокое искусство. До встречи!